Доброе утро, с вами Светлана Кириллова. Готовлю сегодня итальянский десерт, называется он панфорте. Итак, вам понадобится в первую очередь мед, около 200 граммов. И первым делом его отправлю в небольшую кастрюльку или сотейничек. И к нему же добавляю около 100 граммов коричневого сахара. Наша задача — довести дело до кипения. И пока мед находится на плите, возьмите орешки, около 100 граммов миндаля и фундука, тоже около 100 граммов. Измельчите его, но не сильно. Сразу перекладываю все в большую тарелку. Здесь же буду замешивать все остальные ингредиенты. Вам понадобятся сухофрукты и порежьте их на мелкие кусочки. В этом десерте я буду использовать помимо орехов курагу и инжир. Инжир тоже режу на мелкие кусочки. Наша задача — перемешать все сухие ингредиенты и успеть это сделать до того, как расплавится полностью мед с сахаром. Ну и теперь возьмите около 60 граммов муки. Добавляю к орехам, сухофруктам около 40 граммов какао, имбирь и корицу. И еще цедру лимона. Как только мед с сахаром будет полностью готов, заливаем массу. И так как он застывает очень быстро, поэтому очень быстро нужно все перемешать. Ну а теперь выкладываю в форму. Десерт будет запекаться при температуре 150 градусов и находиться в печи около 30-35 минут. Сверху осталось наш шоколадный ореховый десерт приправить сахарной пудрой. Вот и все. Завтра готов. Приятного аппетита!